Пришло время поговорить о здоровье. Меня зовут Инесса Панченко. Здравствуйте. Польский врач и писатель Януш Корчак назвал детей поэтами и философами. Поэт – это такой человек, который сильно радуется, сильно горюет, легко сердится и крепко любит, который глубоко чувствует, волнуется и сочувствует. И дети такие. А философ – это такой человек, который глубоко вдумывается и обязательно желает знать, как есть на самом деле. И опять же, дети такие. Сегодня мы поговорим о совсем маленьких детках. Именно в первые годы жизни у родителей ребенка возникает, наверное, самое большое количество вопросов. А мы сегодня зададим их доктору Бубнову. Он пришел к нам в студию. Здравствуйте, Олег Викторович. Здравствуйте. У меня всегда возникает вопрос. Когда ребенок только-только рождается, он сразу же попадает в руки доктора. Доктор его осматривает. Что важно врачу определить в первый момент, когда только-только ребенок появился на свет? Ну, у нас в свое время не было такой специальности. Сейчас появилась особо выделенная специальность, называется неонатология. Неонатология – это врачи, которые занимаются детьми первых часов, первых дней жизни. Неонатологи. Там оценивается практически все. Оценивается состояние ребенка на ближайшие двое-трое суток, оценивается его пол, я не оговорился, оценивается пол, вот, его расовая принадлежность и прочее, прочее, прочее. То есть неонатологи достаточно, скажем, достаточно высоко квалифицированные специалисты с большим диапазоном знаний. Печально то, что они работают локально или в детских учреждениях, в отделениях, или в родильных домах. И родители, молодые родители, как правило, не имеют доступа к той бездне информации, которой обладают эти врачи. Они вынуждены вариться в собственном соку. И вам, наверное, приходилось сталкиваться с такими ситуациями, когда молодая мама в панике звонит своим знакомым, подругам и всем остальным и говорит: «Я не знаю, что делать». Она или он плачет, я не знаю, куда мне идти и не знаю, к кому обратиться. Обычная, тривиальная ситуация практически для любой молодой семьи. Звонят бабушке, бабушка звонит еще своей бабушке. Наконец-то находится общий детский врач, который лечил еще кого-то из разряда дедушек, и все приходит к общему знаменателю. Рекомендация примерно такая: дайте ребенку попить воды. Ответ матери: я ему давала, он не пьет или она не пьет, она плюется, она не хочет. С другого конца телефонной связи. А как вы ему давали, чем вы ему давали? Ну и так далее, и тому подобное. То есть, из ложечки или из сосочки? Да, из ложечки или из сосочки, или из бутылочки. Некоторые ухитряются и с помощью чашечки поить детей. Тут вариантов очень много, очень много. Зависит от того, до какой степени продвинута мама и до какой степени вирус паники ударил ее по голове. И поэтому мне, кстати, понравилась музыка заставки, вот, которая шла перед вашей передачей. Это вот как раз детской показалось. А это вот та самая музыка, которая вот должна звучать в детской комнате. Вот та самая музыка, которая должна сопровождать жизнь ребенка. Это очень здорово, когда ребенок слышит подобные звуки. Это дает ему в дальнейшем много преимуществ перед остальными другими детьми. Олег Викторович, следует ли вас понимать, что вы рекомендуете в детской включать музыку? Конечно. Как часто, когда это должно происходить? Ну, там, допустим, вот есть такой прием. Некоторые мои пациенты, мамы моих пациентов, маленьких пациентов, они отменяют рекомендацию «слушали». Другой вопрос, что не все ее реализовывали в силу того, что уровень дисциплины не очень высокий. Обычно говорят: а, да ладно, это глупости, все это не то. Я говорю, вот возьмите примерно такую мелодию и включайте ее в одно и то же время. Вот ребенка покормили, ребенка запеленали, уложили спать. То есть вот первые минуты, когда он находится в состоянии полудремы, пусть звучит эта мелодия. А для чего? День, второй, третий. У нас в свое время в Россию прославил Иван Петрович Павлов, лауреат Нобелевской премии, специалист по условным рефлексам. Если эта мелодия будет в одно и то же время, если эта мелодия будет
капать именно на то состояние головного мозга, капать в кавычках, когда ребенок засыпает, то в дальнейшем можно включать эту мелодию, когда ребенок уже станет старше. Ну, допустим, там раскапризничался Витенька или там Галочка, не хочу, не буду спать. И мама подходит к ней и говорит: «Галочка, ангел мой, а ну-ка закрой глазки, давай мы сейчас с тобой послушаем музыку». Это волшебная музыка. И включается та самая мелодия, которая сопровождала Галочку с первых дней ее жизни. 200% гарантия того, Иван Петрович Павлов, покойник, со мной согласится, уйдет Галочка в сон, и будет сон глубокий и хороший. Хорошо, Олег Викторович. Галочка привыкла засыпать под эту музыку. Замечательно. Это мощный инструмент у мамы. Да. Не знаю, в лагерь поехали, к бабушке нет этой музыки под рукой. Что делать? Ну, ребенок-то там будет ждать и не уснет. Нет, там другие вещи. Они же, народец достаточно хитрый и достаточно умный. Лагерь – это другая обстановка, лагерь – это другие условия. Они же прекрасно понимают, что нет мамы, все. Один-два дня потасковал, и потом он будет слушать звуки трубы, там, или горны, или барабан, или что еще. Он будет засыпать и у бабушки. А у бабушки там масса всяких других вещей, когда бабушка будет рассказывать бесконечную сказку из разряда «Тысяча одна ночь», и девочка или там мальчик будет засыпать на второй минуте этого бесконечного рассказа. Ну, то есть этот рефлекс только для мамы нужно выработать? Да, да, это дисциплинирует маму. Но там можно дальше, там, допустим, такая рекомендация. А почему бы не взять там мелодию на иностранном языке? Ну, допустим, там тот же самый Нат Кинг Коул или Фрэнк Синатра. Одна и та же мелодия звучит, одна и та же мелодия. Это вот капание на речевой центр, когда ребенок слышит английскую речь. Где гарантия, что потом, когда он станет старше, когда он начнет изучать иностранные языки, ему легче будет произносить этот вот злосчастный дифтонг TH или звук R, потому что он слышал, он не знает откуда, он не понимает откуда, но он слышал, как пел какой-то приятный мужской баритон «Strangers in the Night». Ну, смотрите, тогда, я думаю, сейчас можно фантазировать намного дальше. Это не фантазия, это реально. И включать различные вещи, не только английский язык для ребенка, там, может быть, что-нибудь уже из области физики и так далее. Заложить сразу на уровне подсознания. Нет, это немножко другое. Это вариант гипнопедии. У нас в 60-е годы этим вопросом занимались, и не нашло этого отклика, данное увлечение. Но вот изучение языка, не изучение самого языка, а создание так называемого звукового базиса. То есть вот случилось так, что мне пришлось побывать в одном из детских садов Самары. И я совершенно случайно услышал маму, которая говорила с трехлетним ребенком на английском языке. Угу. Мама говорит по-английски с ребенком. Вот это да, думаю, вот это дошли мы. Причем она говорит на правильном языке, и она, ну скажем так, она рассказывала ему, что по лестнице надо идти медленнее и держаться за перила. Вот меня за язык кто-то дернул. Я говорю на английском языке: «Минуточку, молодой джентльмен, остановитесь, пожалуйста, и поговорите со мной». Реакция у мальчика была абсолютно неадекватной. Глаза по пятаку, он присел и кинулся, он побежал. Мама смотрит на меня тоже, молчит. Я по-русски говорю: «Вы извините, я что-то не то сказал». И мама мне с акцентом говорит: «Вы говорите по-английски?» И тут для меня вообще изумление было. «Ну да, вообще, я говорю, а что страшного-то?» Он перепугался, он мне сказал: «Мама, почему он говорит на нашем языке?» То есть ребенок находится в языке русскоговорящая среда, и для него было удивительно, что мужчина, который имеет внешние признаки русского, вдруг заговорил на родном с ним языке. Вот вам, пожалуйста, отголосок этого. Так, мы с вами уехали уже в лагерь, ушли на изучение языков, между тем, как у нас ребенок-то только родился. Возвращаемся к маленькому ребеночку. Да. В первый месяц жизни прочитала такую вещь, что малыш плачет от 2 до 5 часов в день. Это считать нормой? Либо поменьше, вообще здесь поменьше, не существует поменьше, никаких поменьше, норм? Поменьше. Не 2 часа, а 2 до 5 – это так называемые варианты. Это полдня фактически ребенок должен плакать. Там надо гигантское терпение ребенку, вообще астрономический какой-то диапазон терпения родителям, фантастическое здоровье. Как правило, дети дают сигнал, вот этот вот звуковой сигнал, когда их что-то беспокоит. То есть это вот в природе, там,
Котенок замяукал, мама подходит. Котенок что-то там заскулил, мама подходит. И здесь точно так же. Он дает сигнал: мама, мне плохо. Мама, мне вот что-то не хватает, мне чего-то не хватает. Да, но если ребенок, например, 4-5-летний плачет, мы его, конечно, спросим, что случилось, и он нам, дай бог, расскажет. Месячный, двухмесячный ребенок не ответит на наш вопрос. Как же тогда распознать вот эти сигналы? Распознать эти сигналы? Ну, во-первых, маме надо успокоиться. Надо отнестись к этому состоянию адекватно. 100% детей плачут. В Антарктиде дети плачут. Там, в Южной Африке дети плачут. В России дети плачут. Подошла, потрогала ребенка мокрый. Козе ясно. Смени пеленку или памперс, или подгузник. И ребенок успокоился. Вот это тактильное движение матери, когда она раскрывает его, я... Когда занимался со студентами, я говорил им: доктора, обращайте внимание, как мама пеленает ребенка. Есть мамы-матери, вот у нее ловко все получается, ласково она: хорошая ты мой, да ну что ты, да успокойся. И есть мачехи: ты что кричишь, кому я сказала? Вот у нее он будет плакать 5 часов, потому что ему страшно, ему больно. У мамы ласковой, которая воркует, которая любит, которая по голосу можно ее... понять, почувствовать, что она с любовью относится к ребенку, вот эта ситуация будет поменьше. Перепеленала, потрогала, потрогала живот, погладила по животу, по часовой стрелочке, выложила на живот, то есть со спинки перевернула на живот. На расстоянии полуметра, 70 сантиметров на столе, допустим, ребенок присела, чтобы он видел хотя бы образ матери, и начиная с ним разговор: а что случилось у тебя, Галочка? А что у тебя, Витюш, случилось? Да что ты плачешь? Почему? Откуда у тебя слезы такие? Говорить как со взрослым. Почему? Потому что это тот самый массив, куда падают слова. Тот самый массив, который дает ребенку информацию. Успокойся, все хорошо, мама здесь, мама воркует, мама сейчас тебе поможет. Мама даст воды, мама даст грудь, мама даст там соску, если там используется питательная смесь, покормит ребенка. Но она отреагировала на этот звук. Важно другое. Важно, если ребенок плачет, и плач у него монотонный, и плач есть так называемый характер страдальческий плач. Вот здесь да. Здесь надо быть более внимательным, посмотреть, а был ли у ребенка стул, а мочился ли ребенок. Некоторые мальчишки, допустим, перед тем, как помочиться, они начинают кряхтеть и поскуливать. Ну, там, в силу особенностей мужской физиологии. Вот, мама это... Многие мамы это не знают. Он плачет, прежде чем пописать, он начинает плакать. Я успокаиваю, говорю: мам, не волнуйтесь, это все пройдет. Постанет постарше, перестанет плакать. Вот такие вот фокусы. Рассказываешь маме, показываешь маме на ребенке, и она смотрит, вот так вот открыв глаза. А я про себя думаю: ведь это не я должен был показывать, не я должен это рассказывать. А кто должен был это делать? Бабуленька, мамуленька. Бабуленька, мамуленька, которая должна была дочку-то свою научить, дочку эту свою подтащить вот к этому вот мастерству, к этой вот материнской любви. Ну, а мамуленька, бабуленька говорит: а я всю жизнь проработала, я 50 лет была главным бухгалтером, там, на этом-то все 50. Вот что надо было передать дочке, вот к чему надо было ее научить. Ну, это, я думаю, это проходящее, через какое-то время и это пройдет. Вот. А ребятишки первых месяцев жизни, да, это достаточно серьезная проблема. И, к сожалению, вот на сегодняшний день силами участковых педиатров вот эту проблему, проблему выхаживания, проблему ухода за ребенком очень тяжело поднимать, очень тяжело поднимать. Родители, как правило, не слышат, не хотят слышать то, что им говорит участковый врач. Вот примерно так. Ну, хорошо. А есть все-таки какие-то ситуации, когда целесообразно, страшное такое слово на самом деле, ну, дать возможность ребенку прокричаться, проплакаться? Я вам сказал, вот вы его положите на животик, вот когда у вас будет свободная минутка, лягте животом на что-нибудь твердое и изо всей мочи, вот дамской мочи, начните кричать в полный голос. Ну, в лучшем случае вы секунд 15 прокричите. Остальное время скажут: да горе ясным пламенем, не могу я лежа на животе кричать, не могу. А ребятенку приходится кричать. Поэтому вот это вот выкладывание на твердую поверхность, на живот, один из фокусов, который позволяет ребенку с помощью напряженной брюшной стенки, да и грудной стенки, избавиться, допустим, от беспокоящих его газов. Да бога ради.
Потому что есть такой фокус, мамам показываем, занимайтесь с детьми физкультурой. Дети первых недель, дети первых месяцев жизни. Какой физкультуры? Вы берете за ножки, приводите, отводите, делайте вот такие вот движения, массируйте живот по часовой стрелке. Кто-то делает, у кого-то получается, кто-то не делает, у кого-то не получается. Ну, вот кто делает, тот получает благодатный ответ от ребенка. Кто не делает, тот, соответственно, начинает общаться или с врачами, или с парамедиками, или сейчас у нас большое количество всяких ясновидящих, целителей и всего остального прочего. Да, этого добра достаточно. Ну ладно, вырос наш малыш 2 месяца. Где-то к 2 месяцам, по-моему, начинается в жизни младенца вот начало гуления. Малыш начинает мур-мур, агу, там что-то отвечаем, какие-то произносить отвечаем, звуки. Отвечаем. И мамы и бабушки пытаются к этому прислушиваться и как-то переходить, расшифровывать это. Но ведь это еще не речь. Это не речь, но это модель. То есть он дает нам информацию. Ребята, я вас слышу. Вот вы говорите, я вас слышу. И я вам пытаюсь ответить. У меня пока речевой аппарат не такой, язык у меня большой, не поворачивается во рту. Но я вам отвечаю. Ну-ка, дружок, пирожок, чем ты сегодня меня порадуешь? Раз, поворачивается. Дружок, пирожок, меня назвали по имени. Он ага, слышит голос мамы. Маме надо ответить. Начинает улыбаться, улыбается, отвечает маме. Вот эти вот примитивные вещи, на которые родители не обращают внимания, они в ряде случаев те самые цепочки, те самые мостики, которые устанавливаются между родителями и ребенком. В дальнейшем эти мостики, эти цепочки, ребенок будет устанавливать с обществом. Это один из вариантов стимуляции речи. Только не надо переходить на его язык или на синтетический язык, когда ребенок начинает «каля-маля», и вся семья говорит, он сказал, что надо выключить телевизор. Я говорю, вообще, может быть, вы ошибаетесь. Нет, это точно. Все бегут, выключают телевизор, и ребенок очень доволен, меня поняли. Но никаких усилий для того, чтобы отмоделировать речь, у него не было. Вот это проблема, это проблема. Вот, а надо говорить, как вы говорите между собой. Другое дело, что интонации другие, тембр голоса может быть другой. Как-то по-другому должен голос звучать. Не только у мамы, но и у папы. И папа должен говорить с ребенком. И папу должен запомнить ребенок. Если вы... Был такой в Италии Леонардо да Винчи, который описывал своего отца. Он описывал своего отца символ орла. «Надо мной склонился орел, который расправил крылья, и перья его пощекотали мое лицо». Это не перья, это была борода отца. Отец, который склонился над ребенком, возраст, я думаю, у него был явно не 10 лет и не 15 лет. Это как раз вот первые месяцы жизни. Они прочно вошли в его сознание. И у него на будущее, на всю дальнейшую жизнь, я сын орла. Интересно, орел – это был символ надежности? Какая это да, была ассоциация? Да, это надежно, это да, сила, это орел, это царственный символ. К 3 месяцам ребенок начинает воспроизводить звуки и интонации мамы. Да. Присматривается к губам, пытается мимически даже, наверное, как-то копировать маму. И вот, слава богу, да, если эта мама есть. Я наблюдала детей в домах ребенка, у которых нет такого примера. У них, конечно, идет сразу же задержка в развитии, и не только в речевой. Как много нужно с ребенком в этот период общаться? Как много с ним нужно говорить? Проснулась, глазки раскрыла, лицо обмыла себе и ребенку, и начинает трахтеть, и начинает говорить. Не приходя в сознание говори, до вечера. Говори, так... говори, говори. Язык отваливается, но говори. Птичка полетела, собачка пошла. Смотри, стол какой у нас, осторожнее, вот это, говори. Почему? Потому что мозг ребенка – это... Табуля ража, это чистая доска. И вот все слова, все звуки, интонации он записывает, он вбирает в себя. Когда мама говорит, что я с ним буду разговаривать, он ничего не понимает. Угу. Мама, зачем ты такие слова говоришь? Наступит момент, тебе уже будет много лет, и твоя дочка с тобой просто не будет разговаривать, потому что вот того базиса, первичного базиса, она так и не получила. Фундамента там нет. Кто тебе запрещает поговорить с ней? Кто тебе запрещает порадоваться, посмотреть, как ребенок улыбается в ответ на твои слова? «Доброе утро, ласточка моя! Хороший день у нас сегодня!»
Можно так сказать? Можно. Кто из матерей так говорит? Очень мало. Очень мало. Еще раз хочу вернуться к вопросу о том, как говорить с ребенком. Мы же все равно с детьми в основном-то сюсюкаем. И вот вы сказали, не говорить на их языке. Ой, ты мой сладенький. А зачем так? Вот может ли это наше сюсюканье повлиять на развитие речи ребенка негативно? Я сказал, дети очень умные и достаточно хитрый народец. И когда вы начинаете сюсюкать, и там «А коляся ты моя, поляся», у ребенка сразу день срабатывает звоночек. Минутку. Взрослый начинает говорить на другом языке. А для чего он это делает? То есть там наверняка какая-то задумка, там наверняка какое-то коварство есть. И я буду смотреть косо, и я буду смотреть немножко так это из-под лоби на подобные вещи. Ко мне приходит на прием мама с маленьким пациентом. Ой, чем все? Ну, дружище, а что у тебя случилось? И у дружище глаза вот такие вот, он смотрит на меня. Ну-ка, давай-ка посмотрим. Ты что? А, открывает рот. Ага, сейчас раздастся рулада, раздастся плач. Не надо, подожди, смотри, видишь, за окошком 4 воробья прилетели. Ты сейчас напугаешь их. Воробьев я напугаю, он молчит. И мама на меня смотрит. Олег Викторович, вам вроде лет-то многовато. Вы что-то про воробьев-то говорите. Я ей потом объясняю. Мам, вот то же самое ты делаешь дома. То же самое. И у тебя 1000 проблем вот с беспокойством, с особенностями речи ребенка. Они уйдут. Некоторые ребятишки, допустим, достаточно частая такая ситуация, когда ребенок начинает плеваться. Мы его кормим, он так раз... Тьфу, и, не хочу, вот это не нравится, это вот это. То есть он воспринимает еду в качестве игры. Я говорю там бабушке, Марья Ивановна, а вот мы сейчас вот с вами сидим и с нашим Коленькой беседу ведем. Коленька в центре внимания, Коленька в слюнявчике, тут разложены то, что он не доел, или то, что он понадкусывал, повыплевывал. А вы знаете, что вон там, около помойки, во дворе, сейчас собака на самокате приехала. Бабушка. Какая собака? На каком самокате? Бабушка со мной вступает в дискуссию, что собаки на самокатах ездить не могут. Коленька в этот момент встает из-за стола и идет к окошку. Ну ведь собака на самокате приехала. Поворачивается. Вопрос. Собаки-то нет. Коленька. А это связано с тем, что ты сидел, плевался. Вот если бы ты нормально поел, собака бы там сидела. Она бы тебя подождала, бы вместе на самокате покатались. И бабушка... Обманывать ребенка нельзя. Я говорю, а показывать ребенку тому, что если ты не съешь вот это, сейчас придет серый волк и это все съест, или там еще что-то такое, какое-нибудь чудо-юдо появится. А это что? Ну, вообще-то да, соглашается. Но вот это вот выражение «собака на самокате», это, конечно... Ну, такой маленький секретик для кого-нибудь, если кто-то да захочет бога ради. Перенять да, опыт. Ну, там, да? Или там, смотри-ка, синицы вон, валенки опять одели. Их зима, наверное, снежная будет. Синицы в валенках. Это нонсенс. Ну вот, а что же, ребятишки синицы видели, ребятишки синицы знают. Олег Викторович, когда мы растили с мужем нашего первого ребенка, сложно было достаточно его уложить спать вечером вы на молодые, ночь. Вы молодые. И, да, использовали разные способы, но наши добрые друзья... Нам такой рецепт сказали. Положите его в кроватку, да. Вот он будет плакать, но вы не подходите. Вот терпите. Материнское вот полчаса кричит, час кричит. Но он покричит у вас день, вы потерпите два, на третий день у вас ребенок будет спокойно засыпать. Как относиться к такому совету? Конфликтная ситуация с мужем, когда муж говорит, ты что сидишь, ну-ка иди к ребенку. А вы ему возражаете, ну ты же отец, ты иди к ребенку. И возникает словесная перепалка. Да ну надо разобраться в причинах плача. Ну капризулька, да бога ради. Может быть, для такого капризулька, который плохо засыпает, может быть, ему предложить ванну перед сном, куда долить в теплую воду, 37-70 градусов, долить раствор, корня валерьяны, отвар корня валерьяны. Или в подушку вшить ему саше там, с листьями мелиссы или с тем же... то есть не оставлять его плакать в течение часа? Я бы вам сразу тогда... Ну, я прошу прощения, что на вас показываю. Я вот таким родителям я прям сразу... У меня очередное звание штандартенфюрер СС прям представил точно-точно. Ну, в 17 мгновений, если вспомните, да, там открыли окошко, положили ребенка. И этот он... Там клейма на нем негде ставить. И я, говорит, я не могу, дай мне успокоиться. Я не могу. Он,
человек, у которого руки по локоть в кровище, он не может слушать детский плач. Ребенок плакал. Ну, ответ понятен. Да. Первые слова «Бог дай», «мама», «няня», да, где-то после года начинает ребенок уже говорить чаще всего. Да, кто-то раньше. Если ребенок не говорит к этому времени, вот к полутора годам ничего, опять-таки, где норма? Нормы нет. Я не могу сказать нормы. Почему? Потому что ребенок не говорит, когда говоришь родителям, а почему у вас ребенок не разговаривает? Тут же раз встает, бабушка говорит, а он, показывает на отца, до 3 лет не говорил, да. Гордость семейная. Да-да-да, есть такие Или вещи. И дедушка у нас тоже до 5 лет не говорил. Но, извините, я к дедушке к вашему никакого отношения не имею. С ребенком надо было говорить, надо было вырабатывать эти речевые навыки. Когда мама склоняется, ребенок смотрит на нее, и она ему правильно, хорошо говорит, солнышко ты мое, радость ты моя. Когда ребенок считывает артикуляцию губ, когда ребенок считывает мимику, когда ребенок запоминает вот эту вот мелодику интонации, этого просто не было. Все вот так вот скажут, вот ему будет 1,5 года, тогда заговорит. Да не заговорит он. Человек – существо обучаемое, его учить надо. А с другой стороны, наоборот, родители часто, наверное, и к вам обращаются. Когда же он, наконец, у меня заговорит? Нужно ли, вот когда нужно нервничать, Олег Викторович? Вот, ну, не когда, говорит, вот 2 года ребенку, 2,5. Дело в том, что мы с вами сейчас заходим на территорию, которая контролируется не нами, педиатрами. Эту территорию контролируют неврологи, психотерапевты и логопеды. Ну, это к ним же вы направляете. Когда участковый педиатр, у нее 700-800 человек, когда ей 68 лет, когда ей просто тяжело двигаться, и когда мама говорит, а почему не говорит, ответ короткий. Идите к логопеду. Сначала к невропатологу, а потом там все остальное прочее. Потом к психиатру. А невропатологу нет времени заниматься, объяснять, показывать, рассказывать, на пальцах это все. Они говорят, а давайте я вам выпишу вот замечательные средства, которые называются, таблетка номер 8, и у вас ребенок будет... Только надо пить 4 месяца. 4 месяца. Да у какой мамы рука подымется, ребенка поить этими таблетками 4 месяца? Ну, 2 недели в лучшем случае. Нужны так называемые методики обучения, нужны навыки, речевые навыки. Когда-то мне пришлось записывать передачу, которая была посвящена развитию речи у детей. И в числе прочих я беседовал с папой и задал ему вопрос, а вы играете со своей дочкой, дочке год, с небольшим было, в «Сороку Белобоку»? Какую «Сороку Белобоку»? Ну, вы неужели не знаете «Сороку Белобоку»? Ну, как? Ну «Сорока Белобока» там, как аля-маля. Про пальчиковое развитие сейчас говорите. Да. Я не про пальчиковое развитие говорю, я говорю про речь. Да. Когда отец смотрит на ребенка, ребенок смотрит на него, и отец говорит труднопроизносимые слова. Сорока, белобока, кашу варила. Бессмыслица, не варит сорока, белобока, кашу. И детей она их этой кашей не кормит. Но ребенок считывает текстовку. Но ребенка массируются так называемые тактильные зоны, рефлекторные зоны, которые отвечают за связь с так называемым речевым центром. Вот он ответ. Пожалуйста. Ладушки. Любимая игра Дмитрия Анатольевича Медведева. Ладушки, где были у бабушки. Бога ради. Играйте в эти игры. Но обязательно должна быть речевка. Обязательно должна быть речевка. Ну, вот такой получился сегодня у нас с вами экскурс в детскую речь. Да, до года мы как-то потихоньку выросли. Думаю, что у нас есть много тем для будущих наших встреч. Спасибо огромное, Олег Викторович. Да, надеюсь, спасибо, кто-то сейчас какие-то советы услышал наши. От чего бы не плакал ваш ребенок? Его слезы означают только одно. Маленький человек не может самостоятельно разобраться в своих проблемах и нуждается в помощи взрослых. Так что постарайтесь сначала понять, в какой именно помощи, ну а потом помогите ему достичь гармонии с собственным «я». И обязательно будьте здоровы. До свидания.